Всем привет, с вами как всегда, вот вы на моем канале. Сегодня я покажу, как пройти бас автор бас на 3 коина. Ладно, нужно сделать вот так. Так, погнали, вот так, вот так. Нажимаем на орбик. Оп, оп. А первый коин я вам покажу молча. Вот так он собирается. Здесь все коины легкие, только я слился один раз на 97%. Это типа последние 3 шипа. Здесь можно зажать, а здесь отпустить. Потом мы падаем сюда. Топ-пум-пум-пум. Здесь нажимаем. Погнали, 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 погнали. Потом сделаю вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И здесь нажимаем. Просто надо зажать, а здесь отпустить. Это место, где я могу слиться. Оно хардовое. И из-за этого этот уровень получил хард, а не нормал. Потому что здесь последние вот эти вот проценты, они сложные. Потом мы здесь можно зажать. Потом здесь отпустить. Вот так. Оп и оп. И здесь. Кому этот урок понравился, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.